Господин Кудрин традиционно является рупором Международного валютного фонда, и фактически все, что он излагает, это некий набор как раз мифов и есть, которые выгодны тем, у кого много денег, и убийственны для тех, у кого мало денег. Что касается полемики, то между учеными, с одной стороны, и представителями вот этого МВФовского лобби никакой полемики нет. Эти люди закрыли уши и глаза, ничего не хотят слышать. То есть вот так вот в открытую они не готовы с вами встретиться? Ну, давайте пригласим Кудрина в студию. Я прямо сейчас много раз это уже делалось, но ни разу он не откликнулся на приглашение, потому что это не дискурс и не спор. Это просто навязывание некоторой точки зрения, которая весьма выгодна американскому капиталу, которого много. Ему выгодно так, чтобы у нас не было своих денег, которых у нас мало. Люди, у которых много денег, они заинтересованы вот в этой политике, которую отстаивает господин Кудрин. Он отстаивает политику дорогих денег, дефицита денег. Чем меньше денег, тем банкиры больше получают.